На Российском Кавказе можно услышать множество языков. Например, язык абазинов, которые в основном проживают в Карачаево-Черкесии. Начнем с самого простого, но самого важного для начала общения. Шумыш бзита. Это значит «здравствуйте». Шайба. Добро пожаловать. Сосатошсал. А это «будьте моим гостем». Кстати, про гостей абазины говорят так. Аба закурпид, аса систа насапаид. Ауи анарбид, аса сбзит хербава, аса стхрзхяпу, ауи анакузлаги хуши курцава. Счастье приходит вместе с гостем. А прощаются вот так. Бзила. Доброго пути. Еще это значит «до свидания». Бзила. Россия харайх псадгил. На разных языках об одном и том же –